Всем привет! Вы на канале Жить в Краснодаре. Сегодня вам мини-видео красоты. Моя роза цветет во всей красе. Посадила ее в угол. 2 года вот она у меня росла. И вот на 3-й год вот прям очень красиво стала. Вот так идешь по улице. Вот так идешь. Я раньше любовалась розами у соседей. Их вам даже как-то снимала. А сейчас у меня у самой такая же красота. Красиво, да? Они такие неприхотливые, на ней никогда тли нету, а она цветет каждый год. Очень красиво. Вот сколько мы тут живем, я все у соседей любуюсь. Теперь любуюсь у себя. Красота. Кстати, кто хочет познакомиться, мам? А? Мама. Это Эльза. Мы свою собаку начесали, а это Эльза соседская, да? Свою собаку вчера начесали. Она такая красивая стала. Бежит. Пойдемте, мама, соседи. А наши соседи напротив посадили тут уже какую-то вот вдоль забора красоту. Эльза, иди сюда. Иди. Пион уже оценили.